Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Yarn Today 2. И я думаю, что сегодня мы ее пройдем, потому что у нас последняя с вами машинка, это Белаз. И поехали. Новая трасса, новая машина. Ёлки-палки, какая же она здоровая. Я боюсь, как бы где-нибудь мы с вами не застряли в каком-нибудь туннельчике на такой-то тачке. Так, ладно. Но зато она, наверное, бронированная, ё-моё, до предела. Ох ты, зашибись, тут еще всякие ямочки, да? Иди отсюда, против Белаза он бежит. Совсем, что ли, рехнулся, а, зомбарь? Последние мозги свои протухли уже. Так, что ты прицепился к Белазу? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Ну, неплохое начало, я вам скажу, ребят. Бензин сейчас, наверное, уже скоро кончится. Пока у меня ничего такого нету, ни ускорения, ни шиша, но зато Белаз по досочкам едет, как будто, я не знаю, как будто это железные доски, а не деревянные. Так, ну что, ребятушки, мы немножечко с вами проехали, буквально пол чекпоинта, можно это так назвать. И я буду, наверное, все-таки, давайте улучшим с вами двигатель. Так, не надо больше. И поехали. Только один апгрейд мы сделали с вами, и это... у нас был именно движок. Так, конечно бы не помешало нам бы немножечко, наверное, прикупить ускорение. Потому что, я думаю, броня здесь, наверное, не понадобится. Хотя... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, туговато нам из этих ям-то выезжать. Ты посмотри, ребят, еле-еле поднимаемся оттуда. И мы потеряли с вами наше драгоценное времечко. Да-да-да, у нас оно ограничено. Ограничено в чем? Именно в бензинчике, да, ребятушки? Ой, ёкл... А тут... О, ребята, вот про это я и говорил, что мы можем... Зашибись. Я, честно говоря, ну, предполагал, что мы можем как-то развалиться, но не на такой же степени. Так, бензин закончился, да. На том же самом, ребята, чекпоинте я и остановился. Ну, что ж тогда делать? По идее, надо докупать горючку. Но я, наверное, все-таки куплю нам, ребята, ускоритель. На две штуки хватит? Нет, не хватает. Слушай, ох, нифига. То есть я понял, ребят, если мы с вами потеряем этот, как он там называется-то, елки-палки. Ну, в общем, вы поняли, да? То, соответственно, и ускоритель тоже мы профукаем. Мне бы, конечно, не хотелось этого. Совсем не хотелось. Вау. Слушай, ну это просто машина для убийства. По-другому не назвать. Ну, серьезно, посмотрите. А если еще повесить развесовку? Кстати, вот здесь вот, да, мы с вами падаем? Да, вот здесь, ребята, мы падаем. Надо будет аккуратненько. Да едь ты нормально, спокойно. Вот сейчас переворачиваемся. Отлично. Здесь бустуем с вами. На ускорение. Уиху! Так, дайте мне проехать, пожалуйста, подальше нашего чекпоинта. И все будет чики-пуки. Да, господи, амбал тут еще... Голову-то ему быстренько снесли. Тут не поспоришь. Бензин закончился. Ну, согласитесь, на ускорении... даже можно проехать до чекпоинта, я думаю. Так, давайте-ка мы, наверное, еще с вами прикупим. Так, хорошо. И что же нам еще? Давай колеса возьмем. Вау, круто, круто смотримся. Ну-ка. Вот теперь как настоящий Белаз. С ускорителем, с таким зверским. Ну, действительно, ребята, машинка не маленькая, поэтому ускоритель тоже должен соответствовать. Чтобы такую, извините меня, дуру прогнать. Это надо... Опс, что ты делаешь-то, елки-палки. Да, ребята, машина здоровая и нерасторопная. Да что ты застрял-то? Господи ты. Слишком медленно, говорит. Ну, правильно. Каждый закоулочек, каждый уголочек, ребята, мы будем с вами задевать. Именно из-за габаритов нашей машины, нашего Белаза. Он не маленький. А мы вставать-то сегодня будем или что? О, бустанем капельку, чтобы вот тут не упасть, ребята, а то будет нам карнавальная ночка. Чекпоинт я сегодня свой побить смогу или нет? А? Бензин закончился, вообще даже не доехал. Ну, ребята, это все из-за того, что мы там с вами кривлялись, дурачка валяли. Так, ну что, давай, наверное, мы купим еще с вами движок. И поехали. Да, тут слишком тяжело на такой машине ехать, ребята. Практически... вот здесь вот, видите, узко как. Тут можно врезаться и просто застрять. Да, вот здесь вот надо перелетать это все. Ядрени фени. Так, опять начинаешь? Опять начинаешь задевать все своим кузовом?
Так, подожди, здесь мы летим в свободном, ребят, падении. Так, переворачиваемся и стартуем. Отлично. Чего отлично, я так и не понял, ребят. Сколько играю, за что отлично, нам пишут. Ума не приложу. Так, давай здесь, наверное, немножко ускоримся, да? С развесовкой здесь у нас будет все тип-топ. Ёлки-палки. Ладно, давай вниз. Вниз ты будешь сегодня падать? Господи, да что же это творится-то такое? Бензин закончился. Да, мне кажется, ребята, проблемы у нас будут впереди. На такой тачке особо сильно действительно не проедешь нигде. О, фартит нам сегодня. Ну что, ребята, мы заработали маленечко денег на рекламе. И давайте, наверное, поставим с вами развесовку. Потому что, ну, большие проблемы у нас с пробиванием всяких преград. Вы где-нибудь видите развесовку? Я не вижу лично. Я ее вообще не вижу, не наблюдаю я ее тут. И зачем ему, да, развесовка? Ты что ты? Ну давай ты... Господи, да... Таким макаром, конечно, мы с вами далеко уедем. Давай стартанем маленько. Блин, что-то мне не нравится, ребята. Я хочу быстрее проехать на следующий чекпоинт. Может быть, там как-то будет получше. Тут что-то не совсем меня устраивает. Так, стартанем малька. Отлично, хорошо. Тут, в принципе-то, до первого чекпоинта ехать совсем ничего, ребят. Проблема только в одном. Это в горючем, да? И, наверное, в ускорении. Если у нас это все будет прокачано, естественно, мы с вами туда моментально долетим, доедем, доплывем. Называйте как хотите. Вот. Ох, сколько тут ящиков. Они что думают, если я еду на Белазе, то... То мне все пофиг, что ли? Куда я упал? В самый низ куда-то. Ребята, тут осталось совсем немножко. Ускоритель закончился. Да ты будешь ехать-то сегодня или нет? Че, и бензин, что ли, закончился? Странно как-то. Обычно пишут, там закончился бензин, а тут вообще ничего. Так, давай тогда купим еще горючки себе и поехали дальше. Сегодня мы, ребята, пройдем эту игру, это я вам точно говорю. Как говорится, и будем уже другие игры брать в оборот, да? Хорошо, пошло. Давай-ка здесь. Вот это я помню, ребята, это место, поэтому специально на ускорение нажал, чтобы... Господи ты! Вот обязательно ему нужно зацепиться там было, а? Так, здесь давай. Давай вот вниз, вот так вот. Мне так больше нравится. Шикарно. Так, ребят, здесь у нас будут трамплинчики, да? Давайте вот так вот. Все это проедем побыстряку. Что зомби делают Белазу? Да ничего, абсолютно, ребят, просто щекочет его. Такой угрюмый идет. Горилла, елки-палки. Вот тело его, конечно, мешается нам под ногами. Под ногами, под колесами, конечно же. Тихо. Так, а где у нас тут будет, ребята, трамплин вниз? Вот он. Вот он этот. Вниз у нас. Так, подожди, давай машину мы как-то выровняем. Так, и добираемся, ребята, до нашего чекпоинта. Ой, до чекпоинта, до нашего именно. Ускоритель закончился, но... Но бензин-то еще есть или нету? Ребята, я не могу понять, бензин-то есть. А почему не едет машина? Что? В чем проблема? Смотрите, ребята, горючее еще есть, но машина не едет. Почему? Типа вы хотите сказать, что у меня сломался движок? Ну, обычно вы пишете, что сломался двигатель и все. Но тут же просто написали, ускоритель закончился и все. То есть без ускорителя у меня БелАЗ уже не может ездить, да? Странно как-то, это очень подозрительно на самом деле. Давай здесь перелетим все это. Трихомуди, во, нормуль, ты хоть заехал сюда, не врезавшись. Как ты это обычно любишь делать. Так, свободное падение. Всех давим, всех крушим. Этого, ребят, не на Феррари гонять, на БелАЗе. Так, отлично. Моя работа, сфера деятельности, связана непосредственно тоже, ребята, с БелАЗами, кстати. Так. Отлично. Так, здесь мы не будем, ребята, с вами спешить, потому что здесь у нас вот так вот все это выйдет. Отлично. Так, а здесь вот надо... Блин, на ускорение. Ну, ускорение я включил, ребят, специально, потому что без него... Понятно все. У меня, ребята, двигатель ломается. Вот оно что. Вот почему я...
Ничего. И давай, прям до чекпоинта. Нет, ребята, а так можно было бы, да, в принципе, до чекпоинта долететь. Тюш, такой трамплин сделал. Слушай, ну, по крайней мере, мы свою отметку проехали. И давай купим еще себе горючки. Да, тут будет сложновато нам, ребята. Придется, наверное, очень много времени убить для того, чтобы пройти этот уровень. А потом, конечно, посмотрим, чем там все это закончится дело. Уплывем мы на корабле или не уплывем, или какая-то подстава будет. По крайней мере, я знаю точно, что... Ой! Давай, 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 заезжаем. Я хочу здесь проехаться поверху. Посмотреть, лучше тут или хуже. Ну, естественно, подколы всякие. Ага, ребята, мы с вами едем поверху, а до этого я был внизу. Ничего себе тут. Вау. А тут бесполезно, да, запрыгивать? У меня машина просто летает. Знаете, такое ощущение, что я не на Белазе, а на каком-то вертолете, ёлки-палки. Так, ладно, все-таки по низу, по-моему, ребята, практичнее ехать, чем поверху. Тут что-то слишком уж много всяких коробок и всего прочего. Вниз, 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 вниз. Двигатель сломан. Ребята, короче, я понял. Мы когда с вами приземляемся, да, на землю, мы носом падаем. И из-за этого у нас движок и ломается. Так что нам нужно, знаете, что сделать с вами? Купить броню, судя по всему. Давай-ка мы возьмем. Во, и рекламка. Так, давай-ка посмотрим, что мы можем приобрести. Ускоритель, да? Давай я возьму, наверное, ускоритель все-таки. Ага, еще даже на коробку передач хватило. Замечательно. Теперь смотрите, ребята, у меня какая циркуляра впереди. А? Что, зомби? Рады видеть. Вот это и оно. Так, сейчас, ребята, будем здесь перепрыгивать эти две ямы. Раз, два. Так, заехали наверх. Ладно. Хотя мне кажется, что понизу почему-то практичнее. Воу-воу-воу. Так, сейчас будем падать вниз. И желательно приземлиться нам на колё... На колеса, говорю. Так, вот здесь, по-моему, не надо нам слишком сильно гонять. Так, а где у нас этот вниз-то падение? Или оно уже было? Вот, по-моему, нет, не здесь. Хм, а где же оно тогда? Так, мы сюда запрыгнули даже. Вот так вот. Ладно, я не возражаю. Ага, вот, ребята, у нас и падение вниз. Так, нам надо на колеса приземлиться. Вот, вот таким вот образом. Чтобы сохранилась у нас броня и, соответственно, двигатель не был сломан. Чтобы я доехал до чекпоинта. А смотрите, мы уже дымимся. Мы уже с вами дымимся вовсю. И все равно мне нужно доехать, ребят. Да что ты... Ребята, они, по-моему, специально так сделали. Ну, чекпоинт, где-то, родной. Я же знаю, что ты где-то здесь уже рядом. Вот он. Фух, ну что же. Первую отметку мы с вами преодолели. С горем пополам. Замечательно. Так, продвигаемся. Вот здесь. Так, идем в гараж и смотрим, что у нас есть. Так, мы можем купить с вами движок. И все. Ладно, погнали. Втапливаем. Ребята, это у нас новая, получается, сейчас в данный момент трасса, я здесь не был. И чего нам тут ждать, я тоже не знаю. Зато вижу, уже куча зомбарей там ко мне прицепилась сзади. Ну-ка, давай давить. Вот здесь вот под... Опа! Ты понял, что можно было сделать? Вот так вот. Бочку какую-то поймали. Ну ладно, фигня это все. Так, зомби, отвали. Все равно он как-то умудрился, ребят, прицепиться. Каким макаром, не знаю, я вроде бы... Ага, здесь опять у нас вот эти вот выпендрежи всякие. Так, зомби, иди отсюда. Висит он тут, расслабляется. Господи, что происходит, а? Что здесь, я вас спрашиваю, происходит? Так, можно было и вниз упасть, да, в эту трубу якобы. Ох, черт. Все, ребят, машина у меня уже дымится. Опа, смотри-ка, как четенько у нас все получается. Блин, этих амбалов очень много, ребята. Бензин закончился, мне пишут. У меня есть еще ускорение. Так что не надо ля-ля. И ускоритель закончился. Ну что, ребята, половину практически мы проехали с вами, да? От чекпоинта. Давай, наверное, возьмем с вами колесики. На этот раз. Вау.
Шикарно смотрится у меня Белазик. Едем. Едем, и тут надо нам, ребят, побольше, как говорится, подпрыгивать. Потому что здесь очень много подъемов. Причем довольно неплохих. Вот как здесь, например. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ать, не хватило чуть-чуть совсем нам туда подняться. Ну ладно, ничего страшного. Давай-ка. Ты посмотри, все равно он прицепляется, а, к машине, к моей. Засерия этот. Засерия зомби. Так, здесь мы падаем. Вау. Отлично, иди отсюда, жиробас. Отлично, пишут мне. Ладно, это все ерунда. Вот, вот тут вот. Вот тут, ребят, проблематично все. Но мы справились. Причем довольно... Давай, давить, давить, давить. Этих олухов всех абсолютно. Мне нужно, ребят, свой чекпоинт побить. Это раз. А во-вторых, чтобы у меня двигатель не сломался. Потому что мы уже с вами дымимся. Вы это видите прекрасно, да? Так, приземлились. Все это перелетаем к ядрене фени. Мне это здесь не нужно. Так, что, бензин закончился? Ускорение-то еще есть? Чего вы мне втираете-то? Это что за прикол такой, а? И ускоритель, ребята, тоже у меня закончился. Дальше мы, смотрите, едем как бы вниз. Уже на свободном ходу. И совсем немножко нам остается до второго, о, до последнего чекпоинта. Так, я думаю, что, наверное, нам здесь надо купить, опять же, двигатель. Что-то рекламки не дают. Хотелось бы почаще рекламочку, чтобы быстрее свою машину проапать. Да, ребята? А что? Зашибись, врезался там во что-то. И ни туда, ни сюда. Зашибись. Опять драгоценные секунды и драгоценное наше горючее профукалось. Давай. Ты будешь сегодня ехать, а? Тачка, ты будешь сегодня ехать у меня или нет? Смотри, опять этот не успел зацепиться. Это хорошо. Так, едем. Эх, горючечки надо, ребята. Горючки надо купить. Вот что я думаю об этом. Да почему он во что-то там врезается и не едет? Ни туда, ни сюда. Как специально где-то подклинивает там. Может быть, это нам так зомби мешает? Так, ребята, у меня броня отлетела. Ладно, ничего страшного. Вот здесь, по идее, надо было поверху ехать. По этим ящикам. По крайней мере, не растеряли бы скорость с вами. Господи, мою машину мотыляет, я не знаю, как что. Оу, один хороший, ребята, врезали. Один хороший бум, да, во время врезания. И все, и машина у меня уже начинает дымиться. А до чекпоинта мне еще пиликать и пиликать, как я посмотрю. Так, подбили. Давай здесь вот так взлетим. Опять пишут, закончился, ребят, бензин у нас. И, по ходу дела, ускоритель тоже у нас закончился, да? Да, закончился. Черт, мы опять же где-то на той отметке, ребят, с вами. Тютелька в тютельку, как говорится. Блин, что же делать-то, а? Купить еще ускорителя или броню? Давай броню, ребят. Так, сзади я вижу какой-то навес у нас появился. Поехали. Мне на самом деле нужно покупать здесь горючее. Вот если честно, но оно 700 там миллиардов стоит. Понимаешь? Неплохие такие суммы, да? На улучшение... Вау! Залетел-то я куда же? Так, по красоте, а? Давай-давай-давай. Спортсмен вот этот паршивый там прицепиться хотел, но не получилось у него ничего. Так, вот здесь вот свободненько падаем, ребят. На ускорение. Ай, шикарно, да? Когда ускоряешься, просто сразу такая скоростуха, ребят, становится. Ну! Господи, понизу едем. Ладно, хорошо, давай понизу. Куча целых коробок, которые мне мешают здесь. Слушай, без развесовки здесь тяжело. Слишком, ребят, много препятствий. Я смотрю, очень много. Поэтому не получится, наверное, у нас вот чекпоинт наш взять, родной. Так, хорошо, здесь мы как-то выкрутились, да? Поехали. О, вот здесь надо газовать, потому что хлипкие досочки. И вот здесь, ребята, у нас обычно все, да, с вами? Бензин заканчивается, но сейчас... Сейчас он закончился. Господи, что... А погоди, 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 погоди. Твою налево, ребята, я там застрял в какой-то ерунде. Вот, вот у нас, ребята, и горючее, как говорится, накопилось. Едем. На любом, ребята, трамплинчике или
прыжке нам надо, наверное, все-таки гонять на ускорение, если мы хотим хорошего эффекта для себя. И как можно меньше, естественно, врезаться во всякие бетонные там потолки или еще что-нибудь. Вот тебе и похвастался, ребята. И развесовку свою потерял, и броню переднюю. Короче, все, что можно, я растерял. Ладно, не будем расстраиваться. Накачаемся, прокачаем свою тачку и будем здесь рвать их всех. Так, давай сюда. Зомбарики, которые висят. Ребята, они тоже, когда под колеса попадают, у нас машина становится медленнее. Надо было вот на эти коробки заезжать, а не пробивать их. Ладно, ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Да сколько у вас ящиков здесь этих? Что у нас там? Блин, там еще до чекпоинта ускоритель уже закончился. А с чего вдруг? Я им попользовался-то всего ничего. Здоровски просто, а? Не надо падать только, Белас, пожалуйста. Едь, нормально, не выкабучивайся. Кстати, сейчас бензин закончится. Секунды на секунду, ребят. Ну, я побил свой этот, свою отметку, да, предыдущую. Только меня это почему-то не радует. Вот серьезно вам говорю. Ну все, 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 успокаивайся. Давай, переворачивайся, чтобы не ехать нам. Совсем маленечко, ребята. Что будем делать? Ускоритель. Давай, наверное, еще купим с вами развесовку. Машина такая крупная, да, и пасует перед какими-то, ребята, досочками. Застревает везде. Все против нас. Сами зомби против нас, и игра тоже против нас. Вау, шикарно залетел. Ну, давай, давай, давай. Он, видите, ребята, он вроде бы на скорости едет, но вот эти вот преграды, он пробивает их, но он очень много тратит сил на это. Так, газуем. Так, подожди, а как это? Зашибись. Белас у меня застрял из-за тухи зомбаря. Вы видели? Обалдеть просто можно. Так, здесь мы перелетаем. Так, передняя броня у меня, ребят, слетела. Опять лопнулся я здесь. Надо было ехать по верху, ребята. По верху этих ящиков. А я их почему-то все время сбиваю. Ну. Так, сколько у нас? Ой, еще ехать и ехать. Ускоритель сейчас закончится, ребята, и бензин. Да. Слушай, по-моему, надо нам еще здесь все-таки улучшать коробку передач. За счет коробки передач же у нас сохраняется скорость, да, и набирается быстро, по-моему, да. Ускоритель закончился. Ну, значит, сейчас и бензинчик у меня тоже, ребят, закончится. Все. Совсем, совсем крапалек осталось, чтобы мы с вами перешли на следующий чекпоинт. Давай я, наверное, двигатель улучшу. И все. О! Так, и что у нас еще? Еще надо... Давай коробку передач, ребят, купим. Потому что от нее тоже много чего зависит. Поехали. Пошел отсюда, хмырь. Представляю я, ребята, какая на этом Белазе будет пушка, если ее купить и установить. Наверное, здоровая будет и бомбит не по-детски. Так, подожди-ка. Вау, вот так мы даже можем, поняли? Вот это и оно. Так. Слушай, ну смотри, коробку передачи немножечко улучшили. И видно уже, даже чувствуется по скорости, у нас за предел идет. Давай вот так вот стартанем. Йо, тихо! Господи, вот это я стартанул. Зачем я так сделал, а? Зачем я себе... Ай, броню-то... Сам виноват, короче. Тут по-другому не скажешь. Ладно. Ах ты, никак не могу вот запрыгнуть на эти, ребята, ящики, чтобы проехать именно по ним. А я их все время сбиваю. Так, пошел отсюда. И мне приходится постоянно по чуть-чуть, да, нажимать, ребят, на ускорение. Понимаете? Постоянно, потому что я теряю в скорости. Слишком много тут зомбарей, как вы видите, очень много крупных зомбарей. И они очень меня притормаживают здесь. Так, свободное падение, давай. Мне кажется, если мы с вами улучшим еще немножко коробку передач, то чекпоинт будет у нас взят. Мне вот почему-то так кажется. Или же горючее. Вот тут надо было, конечно, поверху ехать. Ё-моё. Ты посмотри, сколько мы, ребят, тратим с вами. Что? Ну зашибись, они тут придумали.
Офигеть. Ну давай так попробуем. Ну, доедем с вами, как думаете? Так, ускоритель закончился. И да, мы приехали с вами на второй чекпоинт. Отлично. Сколько нам, интересно, тут денег подкинут? Ну, я думаю, что хватит нам, наверное, купить горючее, нет? Ох, 880, ё-моё, куда там? Нет, конечно, ребята, не хватит. Так, давай докупим с вами полностью развесовку. Вот так мы сделаем. Фу, день 245. Так, для нас новая, ребята, здесь трасса. Я уже прекрасно понимаю, чем это все сулит. Ну, вы сами видите, да? Очень много, опять же, ящиков. Опять какие-то узкие коридоры. Узкое пространство. На нашей машине здесь особо сильно не разгуляешься. Ну, посмотрите, она в разы больше даже, чем пожарка, на которой мы ездили с вами в прошлой серии. Так, хорошо, как-то выкрутился, получается. Так, прицепился ко мне говнюк. Он уже улетел. Так, ти-ти-ти-ти-ти, как было неприятно. Иди отсюда, амбал. Висит он мне тут. Обезьяна тоже нашлась. Так, давай-давай-давай, машина вытягивай, выруливай. Да, очень много вот этих вот больших зомбарей здесь. Они, ребята, мне мешают. Препятствие очень большое. Теряем, соответственно, с вами и в скорости, и во всем. Ну, плюс еще всякие охламоны на тебя тут прыгают. Цепляются к машине, соответственно, тоже замедляют ее. Мне вот так вот приходится постоянно практически подгазовывать. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да сколько же их тут? Так, бензин, ребят, закончился, и ускоритель тоже одновременно. Да, даже полпути мы с вами здесь не проехали, к сожалению. Ладно, покупаем с вами коробку передач и еще один ускоритель. Так, все. Ну что же, один ускоритель и одна коробка передач апгрейжена. Надеюсь... Да ёпрасы, ну ты будешь специально вот так вот что ли делать, врезаться во всякую фигню, блин. И терять драгоценные наши секунды, ё-моё. Наш горючий, извини меня, дорогущий, как не знаю что. За одну поездку на Белазе, вы представляете, сколько тонн жрет эта машина? Вот то-то и оно. Так, врезались в какую-то ерунду. Нет, тут надо выбрать, ребята, оптимальный путь. Ну что это такое, а? Как я буду здесь проходить вот эту трассу? Да ёлки-палки, перевернулся. Но, по крайней мере, броня у нас еще целенькая. Целая броня, это хорошо. Так, я свой предыдущий чекпоинт смогу преодолеть, свою отметку или нет? Должен, по идее, ребят, должен. Так, ладно, здесь мы подлетим. Здесь немножечко тоже ускоримся. И, ах ты, тут как-то можно поверху было проехать. Но я почему-то упал. И мы с вами по низу едем. Так, зомби этих всех сносим. Ребята, вот тут отметка наша. Прошлое. Так, ускоритель закончился. Ладно, едем на одном бензине с вами. Так, хорошо, разнесли. И бензин, ребята, тоже закончился. Ну, не очень далеко, конечно, я проехал. Вы сами можете это видеть. Такой лежит зомбарь. Здоровый какой-то. Так, ну что, о, вот. Вот это уже хорошо, ребята. Мы с вами скоро полностью пропаем бензобак. И я думаю, что это будет хорошо. Да ёпрсте, ну... Какого же лешего-то? Все повторяется, ребят, как в прошлый заезд у нас. Один в один. Врезаемся в эту ерунду. Все под себя подмяли. Ни на чем не проехались. Понятно, короче. Ага, опять же врезались. Так, давай, давай, не дуркуй. Бежит зомбарь. Не тут-то было. Мы его прокинули просто-напросто. Опа, опа. А как, интересно, мне туда пробиться, а? Вот через верх проехать. Там невозможно, потому что там, ребята, ящики, и я не смогу туда запрыгнуть. Наверное, так получится, да? Ладно, фиг с ним. Сейчас голова не об этом совсем болит. Полицейские там на нас прыгают. Мы их сразу быстренько сбиваем. Так, стартанем, малька. Проехались, прокатились. Так, по-моему, вот здесь, ребята... Да, ага. Ну, лучше так проехать, чем, извините меня... Пробивать их своим, как говорится, корпусом. Я имею в виду ящики, коробки, всякая трепуха. Ну давай ты, ну что ты там клинишь-то? Ё-моё, я не понимаю, ребят. Ну что за дребудень?
Вроде развесовка куплена. Все у нас есть. Ну, брони, может быть, окончательно нет. Колеса, может быть, еще прикупить. Фиг его знает. Как тут быть? Даже не доехал, ребята, да? Или доехал? Нет, немножко переехал даже чекпоинт. Так. Давай колеса. Колеса улучшим по максималке. Вау. Слушай, ну, в принципе, ребята, от колес здесь мало чую толку. Единственное, что сцепление с землей якобы улучшенное. Так, и, соответственно, он лучше поднимается в горку. Вау, нифига. Мы тут подлетели с вами. Так, солидно, кстати. А здесь вот врезались. Здесь врезались мы с вами. Ладно, фиг с ним. Едем дальше, не отвлекаемся. Так. Да, надо будет еще, наверное, нам... Да, господи, не смог. Там невозможно, ребят, пробиться. Ты врезаешься в доски в эти коробки. И все, и падаешь вниз. Зачем они так сделали? Может быть, надо на ускорении туда пробиваться? На зверском, причем, ускорении. Тогда, возможно, да. Но не сейчас. Слушай, ну, Билла, смотри, какой крепкий, да? Сколько мы врезаемся, сколько всего делаем. И он еще не помятый. Вообще не помятый. Нисколечко. Так, трамплины. Ать, здесь надо было поверху этих досок ехать. Тогда было бы все тип-топ. Ну, ладно. Не свезло, так не свезло. И вот, 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 начинается. Как всякие ящики, коробки нам мешают. Скорости мы потеряли. Дайте мне хотя бы мой чекпоинт подбить, а? Пожалуйста, дайте мне. Мне нужны просто деньги, ребят. А деньги нам начисляются за проезд расстояния. Так, а погоди, 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 погоди. Что слишком медленно? Что слишком медленно? Я что, вин... Да, господи, ну что за ерунда, а? И бензин закончился, да... Не очень-то мы с вами много здесь проехали, если честно. Ну, давай тогда мы возьмем с тобой коробку передач. В общем, сколько у нас там апгрейдов, ребята, столько нам придется еще сделать заездов. Серьезно вам говорю. По-другому здесь никак. Слишком высок ценник. А, например, чтобы бензобак улучшить нам, да? Нам вообще придется чуть ли не два заезда здесь сделать. Вот что я могу вам сказать с точной уверенностью. Давай, давим, давим, все, врезается во всякую требуху. Так, ну здесь понятно. Опа! Мы понизу, ребята, вообще с вами едем. В первый раз, кстати, мы с вами оказываемся вот здесь вот в самом низу. Да ты будешь ехать-то или что? Сложно, ребят, на самом деле управлять этим БелАЗом. Машина мощная, здоровая, а на всякой ерунде тормозит. Мне даже до чекпоинта еще никак не получится доехать. Ну давай ты, господи, ну едь, хорошо, отлично. Проехали. По-моему, не доеду, ребятули. Вот хочешь верь, хочешь нет, но не доеду. И ускоритель закончился. Едем на просто бензине, без всего. Эть, и уже дымится, и уже дымится. И тут мы с вами как эти еле-еле волочимся. Печалька, конечно. Смотреть на это мне лично очень больно. Причем у нас прокачка идет, вот развесовка прокачана вся. Я не вижу, чтобы он через этих зомбарей, через эти ящики проезжал как по маслу. Нет, этого не видно. И вот тебе опять 25, ребята. Надо вот так вот встрять в этом паршивом туннеле, а? Вау. Так, сколько у нас следующее? 995 миллиардов. Следующее улучшение для бензобака. Мы, считай, ребята, скоро, наверное, как год будем кататься здесь. И едем, называется, до порта. Целый год. Офигеть. Ать. Понятно. Вот они, ребята, мелкие ошибки. А сколько вреда приносят, а? Ты посмотри. Ну да. А что? Ну давай вниз. Раз другого варианта нету. Конечно, конечно же, тут всякая ерунда намешается. Там наверху зомби дурачится. Прыгают. За кем только непонятно. Так, пошел отсюда. Так, что у нас там, ребята, по горючке? По ускорителю вроде бы еще нормуль, да? Половина еще осталась. Ну и горючки, в принципе, тоже, ребят, половина осталась. Давай газанем маленько. Вот тут мы тоже с вами должны подлететь шикарно.
Так, вот здесь вот опять 25 получается, да? Ага, разорвало. Сейчас еще будет, по-моему, ребята, у нас... Вот главное не тормознуть на туннеле, на котором у нас... Че, ускоритель закончился, да? Понятно. А на одном горючем я вряд ли там смогу перепрыгнуть. И нам придется опять с вами падать вниз. А, нет, смотри-ка, заехали. Чудом каким-то у нас получилось сюда заехать. Как заехали, так, ребята, и приехали. Угу. Но могу сказать одно, что мы продвинулись с вами немножечко подальше. Совсем капельку. Хотя как капельку, нормально мы с вами проехали. Шо? А что это? Это что сейчас было? Это что? Это вот бочка так взорвалась и меня подкинула наверх? Нифига. О, ребята, полностью с вами еще и реклама. На что нам хватает с вами? На коробку передач. Давай возьмем. Так, ну в принципе, ребят, смотрите, нам остается что докупить? Движок, один апгрейд, коробка передач, один апгрейд. Так, и остальное все практически надо будет бросать на ускоритель. С ускорителем совсем все будет по-другому у нас. Мы, по крайней мере, можем почаще его использовать. Да елки-то палки. Вот эта вот надпись «Отлично» меня тоже раздражает, если честно. Чего отличного, я не понимаю. Что-то такого супер выдающегося мы делаем, что нам дают «Отлично». Вообще ничего. Давим их тоннами просто-напросто. У меня уже колеса, наверное, кровавые от этих зомбарей. Так, давай. Отлично. Смотри, что происходит. Вау, вот сейчас мы с вами едем вообще божественно, на самом деле. Практически без торможений, без запинок. Похвастался, называется. Так, подбили. Ладно, давай смотреть. Тут надо так вот. Здесь взорвали. Слушай, ну если действительно нам с вами докупить весь ускоритель, который у нас только будет, да? Мы с вами довольно неплохо проедем. Потому что, видите, у меня слишком много преград всяких, которые приходится давить. Зомби, куда? Куда ты? Ты же прыгнул. Во. Так, давай залетим. Отлично, у меня машина, ребята, дымится уже. Во, заехал, получилось. Получилось, говорю. Что по горючке, ребята, по горючке? Ну, нормуль еще есть. Еще есть. Так, свою... Вот это вот меня просто... Что? Ты посмотри. Ребята, посмотри на машину мою. Жесть. Я в первый раз так белас ушатываю. Ё-моё, офигеть. Ускорить улетели, это понятное дело, усилен. Но чтобы вот так вот ехать, это нечто, ребят. Двигатель у нас, ребят, сгорел, к сожалению. Слушай, а как же мне тогда быть там, а? Как мне перепрыгнуть ту бочку, чтобы меня не подбрасывало наверх, и чтобы я, ну, просто-напросто не разбивался. Получается, что я в хлам просто разбиваю тачку после того взрыва. Как мне ее, интересно, перепрыгнуть, ту отметку, а? Есть какие-нибудь, ребят, идеи? На ускорителе, если только, да, сигануть, как вариант. Ну да, получается, как вариант только на ускорителе. Ты будешь ехать. Ну что ты? Даже не хочет переворачиваться, ребят, представляете? Непослушная машина. Хоть и мощная, и зверская, но непослушная. Так, сейчас мы с вами здесь будем ускоряться. И самое фиговое, что, ребят, машина тяжелая, да? Мы встаем с вами на эти брусочки, досочки, и они под нашей тяжестью просто ломаются. Будь любая другая машина, да, мы бы просто спокойненько по ним проехали бы. Но не в этот раз. Так, заехали, хорошо. Взрыв на макароны. Ребят, я уже практически весь ускоритель потратил. Понимаешь? У меня его уже не осталось. А нам еще пиликать и пиликать. Опять же где-то лопухнулся. Где, ребята, мы с вами тратим ускоритель без надобности, а? Кто мне скажет? Я что-то таких мест не замечаю. Я иногда, конечно, нажимаю вот так вот на ускорение.
Ну, не так же часто. Так, заехали. Нормуль. Так, вот здесь где-то тоже будет, да, по-моему, прикол. Где-то здесь, ребят, тоже будет прикол. Нам надо будет аккуратненько заехать. Да ну... Ёпарсты, ребят, вы видели? Вы видели, просто в хлам машину мою разнесло. Но, по-моему, я чекпоинта свой сейчас не возьму. Понятно. На колеса. И двигатель сломался. Да, ребята. Вот такие вот фигнюхи у нас тут происходят. Все, двигатель прапанный по максималке, да? Коробка передач тоже. Остается что у нас? Броня и ускоритель. Ну, я думаю, что броню, наверное, мы не будем. Или будем? Нет, наверное, будем все-таки ускоритель с вами покупать по полной программе теперь уже, да? Давай ты заезжай, господи, ты сколько сейчас впустую потратил это, нитро? Сколько? Обалдеть, ребята, просто-напросто. Давай как-то вот так вот, что ли, перелетать тут через все. Не срослось. Да ладно тебе, так, поехали. Вроде едешь уже столько долго, да? Посмотришь вот наверх, вон всего лишь где проехали-то мы. Совсем ничего. По сравнению с тем, сколько тут надо в общем количестве расстояния проехать. Ладно, давай так сделаем. Ну, так, залетели, подбили. Вообще, такое ощущение, что мы просто с вами не двигаемся, стоим на месте. Я смотрю просто вот на картинку. И все, ничего там не происходит, броня только отлетает у нас, как семечки. Ладушки, давай. Будем с вами ускоритель докупать по полной программе. Проапываться, так сказать, да? Здесь заехали мы удачно. Так, а вот здесь, как всегда, ребят, сплоховали. И это не радует меня. Дайте мне, пожалуйста, мой чекпоинт взять. Ускоритель утерян. Вот так вот можно, ребята, в принципе, это сделать. Но мне кажется, если бы была бы броня, возможно, мы были бы еще целее. Ускорителя нету, я еду, ребята, на холостом шаге. Так, пробили. Вау-вау-вау-вау-вау. Машина, не дуркуй, пожалуйста. Кузов улетел в никуда у нас. Так, мы с вами проедем сейчас немножечко больше, чем до всего этого дела. Смотрите, сколько, ребят, мы там проехали от чекпоинта последнего. И двигатель сломан. Не горючее, ребят, закончилось, а именно двигатель сломался у нас. Вот так-то. Нифига мы тут. Слушай, ну таким, ребята, макаром мы должны с вами дойти до финиша. Да-да-да, посмотри, мы практически вон едем-едем, как будто вот вниз. А тут уже, да, тут уже все. Ну, БелАЗ прикольно, да? Без кузова, без кабины. Сидит чувак. Зомби подошел, что-то поклонился ему там в коленочке. Ух, давай, ускоритель. Еще, и хватает еще, ребята. Вот. Ну что же, всего лишь два ускорителя нам еще надо будет докупить. И все будет у нас хорошо. Так, давай только не будем дурачиться, не будем врезаться во всякую ерунду. А если будем врезаться, то быстренько восстанавливаться. Не получилось как-то. Вот как-то не получилось, и все. Так, спортсмен, отвалите от меня все. Так, мы упали с вами, к сожалению. Ладно. Ничего страшного в этом нету. Драйвовая музычка, все как полагается. Все в стилистике «Газуй или умри». Да? Блин, так хочется еще ехать на дом ускорения, чтобы у нас была просто бешеная, ребята, скорость. Вот тогда бы я был бы доволен. А так, на каждую досочку с вами напарываемся, и, соответственно, ничего не получается у нас. Так, тихо, подожди. Вот так-то оно будет лучше. Газуем. Вот там вот, конечно, хорошо, ребята. Нам практически чуть-чуть не хватило до чекпоинта.
Уже все успокоились, эти зомби все еще до сих пор за мной бегут. Я имею в виду полицейские. Так. Давай. Ускоритель есть? Есть еще немножко. О, вот. Двигатель сломали. Зашибись, ребята. Офигеть. Блин, это подстава, по-моему, какая-то, а? Натуральная, слишком медленно. Хорошо, я попробую. У нас броня полностью куплена или нет? По-моему, нет. Давай-ка, наверное, мы с вами докупим броню. И по... Вау, нифига себе, ребята, у нас... Ха! Такой броневик, Потемкин, ё-моё. Если он мне хоть как-то поможет вот от той бочки, то это будет классно. Если не поможет, то грош цена вообще этому броневику. Серьезно говорю вам. Так, стартанем. Давай. Не получилось у меня, ребят, заехать. Начинаем врезаться во всякую ерунду. Там полицейские опять бегут, да? Зомби-полицейские. Так, этого минусанули. Прям разрубили его на кусочки. Ладно, хорошо. Так, здесь давай вот так вот сделаем, наверное. Стартовать будем? Или не стоит? Наверное, стоит, ребята. Тихо, вот здесь врезались, блин. Броню потеряли. Почти удалось, но не так, как я хотел. Нам еще ехать и ехать. Вы не обольщайтесь, ребят. Ха. Всю броню растерял. Ёлки ты палки. Ну и как я тут должен, извините меня, играть? Я наоборот должен доехать до бочек, которые там стоят, с полной броней. С полной. Только в этом случае я думаю, что мы с вами могли бы выиграть. Так, хорошо. Ну, считай, полпути... Вот, ребят. Ускоритель утерян. Ну ладно, хорошо, ускоритель утерян. Давайте попробуем просто хотя бы доехать. Ага, не получится. Нажимаю на ускоритель по привычке, а его нет у нас. Да и с горючки на самом деле тоже дела не особо хороши. Чекпоинт, наверное, я не возьму свой, да? Или возьму? Нет, навряд ли. Ускорителя, потому что нету. Хоп, отлично. Всякие вагоны там стоят, красные, синие. Все, чекпоинт наш, ребята, преодолен. И вот самое нужное сейчас, ребята, это ускоритель, но его нету. Ну, доедем. Я доехал, ребята, до порта, куда мне и нужно было. Так, смотрим. Заставочка будет какая-нибудь? А чё чёрный экран-то, эй? Здорово просто, да? Ребят, обалдеть! Черный экран, как хочешь, так и понимаю. Поздравляем, вы прошли режим истории. Режимы свободной поездки, миссий и исследования разблокированы. Приятной игры. Хотите еще Yearn Today? Загрузите оригинальную игру из Google Play. Ну вообще-то, оригинальная, это вот первая часть по ходу дела, да, ребята? Ну что же, дорогие мои друзья, конечно, заставка непонятная была. Я не знаю, что там произошло. Черный экран, ничего не было видно. Но факт остается фактом. Игра, ребята, пройдена от начала и до конца. И с этим не поспоришь. То есть, к этой игре мы больше с вами не возвращаемся. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.